Друзья, всем привет! Не снимала для вас вчера ничего. Как-то пролежала весь день. Как-то было грустненько, пасмурно. Думаю, не буду снимать. А сегодня все-таки взяла камеру и решила поснимать. Сегодня хороший день. Пусть даже он серенький, но он очень для меня радостный. Прилетел Женя. И из Сибири. Кто знает, кто нас смотрит, что, ну, вы знаете, что он у нас жил там, улетал. И целых 2,5 месяца он у нас там был. Летал он туда, конечно же, по здоровью. Он хотел узнать, влияет ли климат здесь, с этого региона. И думал, что там ему будет легче. Прожил 2,5 месяца. Вот, и получается, что это не от климата у него проблема со здоровьем, а проблема совсем в другом была. Конечно же, он нашел эту причину, вот, и убедился, что не Сибирь и не Краснодарский край виноват в этом, а совсем другое. И слава богу, он нашел и лекарства, и причину, и название болезни. В общем, сколько он здесь по врачам ходил, никто не мог этого ему рассказать. И он стал читать статьи, смотреть профессоров. Очень много, конечно, я вначале все это не хотела слышать, но потом я поняла, что он прав, что совершенно врачи не смогли определить у него. Никакие анализы, ничего не могло показать, и только он сам в этом убедился, и теперь он знает, от чего ему было плохо и какими лекарствами он лечиться будет. Ну, в общем, вот такая причина была. Гортензия, ну видите, какая засохшая. Но пока морозов нету, я не закрываю их. Вот, сегодня он прилетел, я очень рада. Он, конечно, еще только с самолета вышел. Я, видите, как одета. Улица, ветер холодный. Я вообще переживала, думала, самолет задержат. Но вроде бы всего лишь на 40 минут задержали. И нормально приземлился, потому что в Сочи передают ураганный ветер 25 метров. Дымочка, в чем дело? Что ты плачешь? И я думала, самолет вообще посадят где-нибудь в минеральных водах или либо еще где-то. Но, слава богу, посадили. Он написал, что приземлился. И сейчас он на ласточке. Поедет до Краснодара и, возможно, завтра к нам приедет уже в гости, как бы пожить у нас уже. В общем, вот такая вот у нас, такие у нас новости. Покажу вам курочек. Вчера ничего не снимала, никого не снимала. Это все наша разговорчивая самая курочка. Остальные все молчуни. Сегодня было 3 яйца. Умнички снесли. Петушки так 3 у меня сидят, но вроде бы они не дерутся. Пока мы их убирать не планирую, потому что они очень маленькие еще. Они такие худенькие, там, ну, нечего, там на супчик даже нечего. У них одни перья, они вот сейчас настолько пушистые, что их там убирать не... Их надо хотя бы еще пару месяцев подержать, чтобы они набрали хотя бы еще по 0,5 кило. Вот эти вот 4-месячные вот петушки, да? Хоть и гребешка, говорят, нет вот у нее, но на самом деле это петушок. Потому что вот эта порода, вот видите, это тоже петушок. Они на самом деле с маленькими гребешками, это такая порода. Но хвостики у них вырастут. Потому что они когда были маленькие, они вдвоем дрались, друг с другом дрались. И вот курочка с их породы, вон там он крайняя. Вот. Ну, оставлять мы будем вот Филю. И оставим Лорика, вот этого. Я хочу красивых курочек, чтобы они у меня развелись. Немножко я им подстригу вот чубчики, чтобы они курочек видели и не проходили мимо. Потому что они хорошенькие, они красивые. Они тоже уже подросли, начинают потихоньку кукарекать. Вот. Остальных петушков будем убирать. И не знаю, вот этого вот еще хотела оставить. Но 3 это уже будет много, поэтому оставлю 2. 2 петушка. Так что, кому нужны петушки, приезжайте. Я их выставила совсем недорого. По 500 рублей на Авито. Потому что на Авито все стоят 700, 800, 1000 и 1100. Потому что совсем породные. Они стоят дороже.
Вот, простая курочка стоит 300 рублей минимум, а то и 350. Это на рынке. Петушки на рынке там от 800 и выше, и 2000. Покажу вам курочку. Она здесь так и живет у меня одна. И здесь у меня свет горит все время. И я ее здесь держу. Ку-ку-ку. Вот она, видите, какая. Бунечка там плачет, сейчас я ее выпущу. Сейчас, Бунечка, иду, моя, иду. Так что курочка здесь у нас сидит. Здесь было 13 градусов вчера. Как будут заморозки, я включу вот эту вот теплую лампу. А та включаю пока эту. Вроде ничего, для цветов нормально. Петушки вот эти вот. Самые дрочуные они были, я их убрала. Столпы, потому что невозможно. Дрались без конца. Теперь вот здесь это они втроем, так они вроде как и не дерутся. Так, не выбегать. Не выбегать. Все, сидите. Там они спят вот в тех. Видите, рыжий тоже начал уже топтать курочек. Скоро у них все тут начнут. Ну, маленько подрастут и буду убирать уже. Гулять хочешь? Иди, иди гуляй. Сейчас я выключу тот свет. Вот так. Пойдем, пойдем. Пойдем, погуляешь. Идем, моя куколка. Выспалась, что ли? Спит там, вроде дождика нету, пусть бегает. Лёлик, он соскучился по ней. Мяукает. Друзья, если у кого есть желание переехать, возможно, кто-то смотрит про Краснодар, про Кубань, какие-то вот видео там, либо еще что-то познавательное, я вам хочу вас познакомить с Олей. Она переехала из Красноярска. Они, конечно, давно уже переехали, года 4, наверное, назад. Я сама, честно говоря, не помню. Мне кажется, года 4 назад. Это та Оля, которая покупала у нас индюка. Я вас хочу познакомить с ней и дать ссылку на ее канал. Вы можете посмотреть, если кому правда интересно. Она об этом, конечно, не знает. Я думаю, что она ругаться не будет, но она очень хорошая. Она рассказывает, как они там переехали, как они все обустраиваются. У них есть две милых собачки, у них курочки тоже есть. То есть вы можете, ну, кто хочет это, чисто так вот. Только хорошие, чтобы это самое, комментарии, если будете писать, то плохие ничего не пишите. Я просто переживаю за то, что она скажет, что я вас не просила рассказать про канал. Но мне кажется, ей будет приятно, если к ней придут хорошие люди. Так что у нее канал называется «Олюшка из Сибири». У нее, ну, довольно-таки уже много видео. А он, конечно, не мотизирован, ничего. Она просто рассказывает про свою жизнь. У нее, она маму перевезла с собой, мамочке 82 года, вот было 25 ноября. То есть у нее муж очень все, знаете, так все строит, красиво все делает тоже дома. Они уже на пенсии, но Оля еще работает, конечно. Ну, возможно, если кто-то будет ее смотреть, вы там сами посмотрите, все про нее узнаете. У нее интересное, они живут в станице Калининская. У них тоже интересный канал, очень все-таки, ну, в общем, возможно, кто-то полезную информацию найдет у нее на канале. Я даже иногда смотрю что-то там про растишки, про какие-то там приготовления, еще про что-то. Оль так интересно все рассказывает, показывает, куда они ездили, там где-то что-то и приготовили. У нее собачки две, одна дома живет, одна живет во дворе. Вот. Так что посмотрите ее канал, кому интересно.